Законы физики, гениальные изобретения, увлекательные открытия и оптические иллюзии на примере различных приборов и устройств представлены на выставке под названием «Эволюция», где каждый сможет почувствовать себя исследователем и проникнуть в суть многих необычных явлений. Экспонаты не только можно, но и нужно трогать руками, передвигать и складывать, а на некоторые даже садиться, если хватит смелости. Это очень интересно, очень увлекательно, и на протяжении всего присутствия на этой выставке, вы знаете, происходит очень чудное явление. И взрослые, и родители, они просто забывают, что у них в кармане телефоны, мобильные телефоны. Они забывают, что они куда-то торопились, и буквально час-полтора они бродят от экспоната к экспонату и пробуют что-то сделать своими руками, что-то собрать. Действительно, в прямом смысле слова, ломают голову над теми заданиями, которые здесь представлены. Теперь мы переливаем забровку. Идем дальше. И как только вода переливается за уровень бровки, вот этой блестящей, вода в кружке начинает полностью вытекать. Провести опыт с водой, стать на время живой батарейкой и замерить уровень электрической энергии своего тела, собрать мост Леонардо да Винчи без клея, гвоздей и веревок, завязать шнурки с помощью медицинских зажимов и поднять самого себя, сидя на стуле – эти и многие другие эксперименты вы сможете самостоятельно провести на специально подготовленных площадках. Чтобы ребенок пришел, эти экспонаты самостоятельно потрогал руками, а уже в дальнейшем, по мере увеличения нагрузки школьной программы физики, он мог с помощью тех воспоминаний, когда он это испытал, там испытал, и эти физические законы мог легко в своей жизни и воплотить, и, соответственно, их понять. Инженер-строитель по образованию, специалист по вентиляции и кондиционированию Сергей Скорина вместе со своим отцом всегда интересовался физикой, новыми открытиями и необычными явлениями в этой области. Чуть более года назад возникла идея воплотить это увлечение в экспонаты, с помощью которых рассказать о физических и математических процессах просто и в игровой форме. Внутри лопасти начинают вращаться. Обратите внимание, что одна сторона черная, другая блестящая. Кто-нибудь догадался, почему они двигаются? Мне понравилась лампа, в которой крутились лопасти с помощью тепла. И мне кажется, то, что любой школьник, если очень захочет, сможет повторить какой-нибудь из этих интересных экспонатов или даже придумать что-нибудь свое. Мы еще не изучали физику, но все, кто тут побывали, обязательно заинтересуются ей. Выставка «Эволюция» приглашает всех желающих с пользой и интересно провести время. А сделать это можно до конца июня. Именно столько экспозиция будет располагаться в Центральной городской детской библиотеке.